На заседании было рассмотрено 14 протоколов об административных правонарушениях. 13 из них за нарушение 27 статьи областного закона. Уважаемые десногорцы, мы вас просим обратить внимание, то, что в соответствии со статьей 27 областного закона об административных правонарушениях нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время с 22 часов до 6 часов утра влечет предупреждение первичное, а также наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Поэтому просим соблюдать тишину, покой, уважать своих соседей. По двум протоколам вынесено предупреждение, по четырем – штраф по 1 000 рублей. Трое нарушителей оштрафованы на 1500 и один на 2. Прекращено производство по делу в отношении трех нарушителей. Один протокол составлен за нарушение, предусмотренное 32 статьей областного закона об административных правонарушениях. Торговля вне мест, установленных органами местного самоуправления в городах и иных населенных пунктах, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей и на юридических лиц от 10 до 30 тысяч рублей. В отношении нарушителя этой статьи комиссия вынесла решение о наказании штрафом в размере 10 тысяч рублей.